В этот самый момент картинка на мониторе, который транслирует изображение башни в прямом эфире, расцветает огнями в ночи. Башня сияет всеми цветами радуги, переливаясь тысячами огней. В течение месяца ее возможности тестировали, запуская огни в импульсном режиме. Теперь она будет работать постоянно, радуя тамбовчан в ночное время суток яркими красками. Это действительно подарок для области, для города в первую очередь. Мы уже когда в тестовом режиме запускали подсветку, в соцсети ждали и писали все люди, жители города, когда же будет запущено, когда это будет работать. Не во всех городах нашей прекрасной страны есть такая подсветка. Я очень рад, что она появляется в нашем областном центре. Телебашня на улице Мичуринской стала 56-й в России, где установлена подобная подсветка. Она состоит почти из 9 тысяч светильников, 12 прожекторов и монитора, который находится на высоте 88 метров над землей. Стоимость оборудования – 22 миллиона рублей. Напомним, областной радиотелевизионный передающий центр – основной оператор цифрового и аналогового теле- и радиовещания в Тамбовской области. Предприятие образовано в 1960 году. С 2001 года входит в состав российской телевизионной и радиовещательной сети.